Всем привет! Сегодня новый влог. Я не снимала ничего целую неделю. Сегодня четверг, потому что я подсела на сериал. Турецкий сериал «Постучись в мою дверь». Я 2 дня подряд ложилась в 8 утра спать. Я ничего с собой не могла поделать. Мне он очень нравится. Он меня впечатлил, вдохновил. Я даже пару дней назад готовила турецкий кекс. Получился, кстати, вкусным. Кому надо, вот тут вот рецептик выложу и фотографию прикреплю. Вот. И что сегодня еще по плану? Мне нужно будет съездить на маникюр и забрать аромат. Я сотрудничаю по бартеру с одним магазином парфюмерии в Екатеринбурге. Я хочу выбрать что-нибудь такое оригинальное, необычное, стойкое, не сладкое, не фруктовое, какие-нибудь такие необычные ноты. Но как я буду выбирать, я покажу обязательно. И сегодня еще по планам работа. Нужно будет смонтировать видео. Завтра я... Ну, хотя я не буду рассказывать, что будет завтра, лучше вы все увидите. Но завтра тоже довольно-таки интересный, насыщенный день. Я сейчас буду собираться, вызывать такси, и мы поедем. Кстати, я сейчас встречаюсь с Крис, мы с ней все это делаем вместе. И даже на маникюр ходили в прошлом месяце вместе. Только у нее все сохранилось, у меня все отпало. Еще один ноготь сломан, болит. Поэтому безумно хочу на маникюр и безумно хочу выбрать аромат. Ладно, все, увидите. Вот и я. Снова в лифте. Вот такой у меня сегодня лук. У меня Кристина. Мне что такое? Давай, поехали. Вот, меня Кристина ждет уже у пазика. Такси уже подъехало. Сейчас мы с ней выдвигаемся. Использованные очень, ну, в себя. Ну, я поняла. Ну и подрабатывал. Просто если спросят, какие сериалы вы смотрите, у тебя вообще самое лучшее описание. Вот это, мне кажется, будет хорошо, вот это. Он прям... Да, клёвый. Сейчас у нас консультант подлежит сюда. По 15-ку я вам тоже дам. Кстати, это тоже запах будет? Ну да, использовали. Нет, это просто девчонки раздают блотеры. Купи маску, сходи, пожалуйста. Маску купи, пакет больше. Дай, пожалуйста, девочка. Вот, какой вам больше понравился? Здравствуйте. 20-й, да, Black Afghan. Смотрите, он очень красивый аромат, аромат с карамелью, ну, да, с коноплей. Очень крутой, да, такой бобытонка, кофейный, вот этот, и нотка табака, она прям завершает. Круто звучит. Вот этот у меня на Тиффани чем-то похож, если честно. Да, красивые нотки есть. А вот этот, он прямо такой оригинальный, у меня такого не было. Да, вот этот прям супер. Black Afghan, да, значит? Да. Так, Юлька, смотри, три карты. Он реально очень крутой. Да. Будет когда наносить, старайтесь на темные вещи наносить издалека. Он темный, черный. А вы знаете, какой лапкак увидела вчера? Который? Берешь бардам для губ. А, да, я знаю. Вот. У нас эфир недавно был, это для стойкости. Да. Отлично, чтобы не закрасить вещи. Либо вы наносите его и салфеткой просто промокните, то есть вот этот вот фрагмент, он уйдет. Главное, не вот вы когда его нанесете, увидите. Он в тестере просто не такой темный, а так он прям такой угольный, прикольный. Вот, это как кокаин, кстати. Кокаин. Это какой? Вот этот? Вот такой. Хорошо, что поговорили. Нет. Да, да, по-моему. Значит, не помню. С такой же пенеткой. С горьким шоколадом. С табаком. Кокаин, франк, буклет. Тоже сильно. Ну, вот этот прикольный. Тоже прикольный. Я прям любитель таких. Он по-другому, да, потом раскроется. Но не надо, конечно, по-другому, да. А какая? Интереснее. Вот так он, да, вот прям. Я говорю, что главное, вот прям вот промокните. Чуть-чуть, да, промокните. Поняла. Чтобы на одежде не попало. На темном там ничего не будет? Mm-hmm. Тем не менее. Так, сейчас проверимся. Все, прекрасно дело. Проверим. Все работает. B10, B10. Mm-hmm. На блокере этот цвета его не видно. Но да, лучше не рисковать, да. Можно купить, пожалуйста? Да, там салатар
все, да? Да. Который понравился? Не, эти тоже клевые. Какие понрав... которые? Не, мне знаете, какие понравились? Блин. Ты сейчас говорила, они что нежные, они нежные такие. Раскрылись прикольно. Тиффани, как Тиффани, да, которые, да, как Аджал. Да, 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 этот, да, Аджал, который. Да. Нанесите на ручку. Давайте его нанесем. Сейчас, секундочку. Вот про эти вы мне говорили. Аджал. Да. Да. Да, вот эти. Это тоже с нашими доработками, так же, как марихуана, аромат. Я вам так вот нанесу его. Угу. А вы с ним погуляете? Да, давайте я маленько. Конечно, расскажу. Конечно. Не трём, не тереть, нарушите всю просто. А мне это нормально, мы тоже даже бывает порой начинаем подтирать. Да. Погуляйте с ним, очень классно, на девушках раскрывается безумно красиво. На мужчинах он прям так вот колко как-то звучит. А на женщинах прям вот как будто там ванили еще добавили сверху, он прям очень кайфово. Да. Так. Я маме у вас брала аромат. А мама какие любит? О, знаешь, я не вспомню, но они похожи на си. Я вот белая была. Конечно, конечно. Бутылка была. Может, белая. И были они Армани си. С черной смородинкой, с клиентой, с клюковкой. Да, наверное. Скорее всего, они и были, но они очень красивые. Да. Они очень стойкие. Стойкие. Когда у меня мама в другом городе жила, я приехала, нанесла, уехала сюда, постирала. В любом случае, пахнет. Я прям в восторге. Ну, айки-то вообще термоядерные. Ну, да, такие. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста, всего хорошего дня вам. До свидания. Не забудьте. Так, подожди, нам сюда. Время 10:30 вечера, я еду домой с парфюмом, сходила на ногти, сделала просто нюд, чтобы они у меня хоть как-то были в порядке. Сейчас пойду кушать, потому что я ничего сегодня не ела. И... я не знала, что делать. И буду ложиться спать. Ну, точнее, смотреть сериал. Потому что я очень хочу посмотреть сериал. Вот. До связи. Второй день у меня начинается новый лифт. Я нифига не успеваю. Не успеваю. Yes. Нифига не успеваю. Такси уже подъехало. Сейчас поеду. Вообще не вывожу. Мой внешний вид оставляет желать лучшего. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only. Мы с Аней отфоткались на студии. Сейчас я поеду домой, а Аня... домой! Пешком через дорогу. Вот тут такая зона была. В принципе, нам студия понравилась. Было гораздо симпатичнее, наверное, даже, чем на фотках. Ожидалось. Можно в следующий раз просто пойти в другой зал. Я уже у себя на районе, не обращайте внимания на мою прическу. Сейчас пойду в магазин косметика, надо купить некоторые товары. Домой буду прибираться и сидеть, обрабатывать контент, потому что нужно уже сейчас выложить рекламу. В общем, я дома, сейчас буду прибираться. Вот, сняла постельное белье. Нужно это все постирать, нужно вообще все постирать. Сейчас буду генералить. И вот такой вот у меня вечер. А, блин, мне же вечером еще нужно на встречу. Точно, я только что вспомнила. Сейчас напишу, узнаю, кстати, в силе это или нет. Хочу снять, что я решила сделать Наполеон. Чтобы потом фотку смонтировать. Вот еще два пласта надо на вот эту кровь. Интересно, они влезут? Короче, а что ты стесняешься? Ты будешь инкогнито оставаться? Макс, короче, знаешь, из чего я сварила такой крем? Из молока и муки. Так, теперь сюда нужно целую упаковку сливочного масла. На самом деле, пипец, он калорийный получается. Конечно. Масло. У меня 10 тысяч сочек
Я раньше, кстати, не понимала прикол, как можно есть хлеб с маслом, а сейчас я с икрой понимаю, почему вкусный заказ. Или просто на какой-нибудь багетик, знаешь, масло чесночное. Ну давай! Трэш. Сотри, Макс. Сотри. Тебе надо было вот сюда, вот я хватило бы до жопы, бы мне вот тут просто места не хватает. Так мне сейчас еще блендером нужно это все разминать. Пиздец, это чисто чувишь, у нас это же пизда поджимбучно просто называется. А доверяешь на целую упаковку? Да, этого даже мало. Трэш. Главное, чтобы не обосрался после него. Да, Макс! Что, ну масла столько? А ты думаешь, что обычно на Наполеоне его нет? Тут две банки сгущенки и целая упаковка масла. Чтобы можно было видеть, что взял. Допустим, сейчас я готовлю Наполеон. Там я была на съемке, на рекламе. Там я выбирала духи на рекламу. Настуха, интернет тебе в помощь. Там что-то скажут. Сейчас так на паузу. Кто-нибудь слышно сейчас. Не сильно большие? Ты же делаешь. Похуй. Так, надо понизить. Надо показать мне. Хорошка, иди. Яник, помаши ручкой. Вот сейчас вот эту верхушку, когда она остынет, можно будет как-нибудь это вот так разделать и ей украшать, наверное, весь торт. А слои, надеюсь, аккуратно разделываются. Ну, кстати, да, они нормально, легко отходят. Вон, горячо. Давай заведем кулинарный блог. Короче, сейчас нужно будет отделать слои, и вот эта верхушка будет украшением. Ну как, оно не украшение называется, да, типа, оно... Да не тебе! Я вообще-то в облике. А мне это можно появляться в камере? Конечно. Так, все. Вот такой вот торт получился. На ночь его нужно убрать в холодильник, чтобы он пропитался. И завтра уже посмотрим, какой он будет в разрезе. Короче, сегодня я не поехала на встречу. Осталась дома, потому что нужно было сделать кучу дел. Так как завтра приедут родители. И... я сделала Наполеон впервые в жизни. Вот, поснимала в ТикТоке впервые за долгое время. Сейчас умоюсь и пойду смотреть сериал «Постучись в мою дверь». Я уже на втором сезоне. Дальше сначала я мицеллярка, люминен. Дальше, нет, сначала пенкой очищающей. Пенком, ботканом. Упал. Водичка горячая, надо попрохладнее. Ау, во, пенка. У меня, кстати, уже с первых минут в реки залетел видос. В Инстаграме красотка, в ТикТоке смешная, на Ютубе реальная. Хочу чаще снимать, конечно, тиктоки. Блин, зеркало брызга. Ладно, вытру. Наверное, у меня неплохо получается. Наверное, нужно продолжать. Наверное, я продолжу. Да. Однозначно. Наконец-то!
Я умылась и заляпала себя, и зеркало, и пол, и раковину, и все на свете. Я завалила. Ну и заодно пол еще раз притерла. Супер хозяйственная. Так, сейчас мы нанесем крем. Крем вот, кстати, тоже. Крутая вещь, мне нравится. Ну, мы здесь пойдем смотреть сериал. Что нужно сегодня намазать ручки? Вообще, меня, в принципе, можно поздравлять, потому что у меня сегодня был первый бартер, по-моему. Вот, и когда я выбрала аромат, мне нужно было прорекламировать духи, когда нужно было упаковывать, там женщина такая говорит, там, допустим, Маша, упаковывай такой-то, такой-то там аромат блогером. Я такая, меня назвали блогером, как я долго это ждала. Сейчас пойду смотреть свой любимый сериальчик и спать. Завтра приедут родители, как я уже сказала. Маме надо выбрать шторы. Я бы тоже хотела новые шторы. I wanna be a girl. Just Friday. А чё, пока? Just Friday. Не забываем. Yes. Все, я умылась, иду спать, смотреть сериал, до завтра. Так, вот такой вот получился Наполеон в разрезе. Смотрите, сейчас надавлю. И пойдет крем. Говорят, что он пропитался и очень вкусный и мягкий. Я не люблю тортики, всякую выпечку, но люблю ее готовить. Первый раз делала Наполеон, надеюсь, у меня получилось. Я Никс. Кс-кс-кс. Помаши ручкой! Ребята, я решила попробовать все-таки Наполеон и сама убедиться в том, что он вкусный, и мне не врут. О, какой звук, какой хруст. Так, ладно. Первый пошел. Слушайте. Это безумно вкусно, черт побери, у меня талант. Ребята, это 10 из 10. Это по-настоящему вкусный торт. Мелкий пришел. Очень вкусно. Ставлю лайк. Сегодня я ничего не сняла, потому что приезжали мои родители, и мы весь день гуляли по магазинам, шопились, кайфовали, отдыхали. Поэтому мой влог подходит к концу. Спасибо, что посмотрели. До встречи в следующем видео. Яникс, когда я записываю, ты зачем играешь? Ты хочешь похвастаться своей новой игрушкой? У меня новая игрушка. Всем пока.